Зайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить анабиоз. И в прошлый раз мы застряли тут на воспоминаниях этого паренька. Нас постоянно затопляет, и мы ничего не сможем с этим делать. Вернее, не можем сделать, а не сможем делать. Ну да ладно. Оговорки простительны. Так, сидим на толчке, опять ждем удар воды. Удар воды. Что же мне теперь дальше-то делать? Давай, открывай. Так, ну эта дверь не открывается, как мы видим. Там в проеме тоже, судя по всему, ничего не происходит. Эта дверь не открывается. А, блин, она же в прошлый раз не открывалась. Ну ладно. Так, чё, куда? Охренеть! А-а-а, меня осколком не пришибло. Бежим! Так, чё, я спасся или нет? Да, я спасся. Вот меня осколком-то шарахнуло. О, гиря. Спортсмен был. Так, ну что в итоге? Здесь стекло было, оно и так и разбито. Мне бы желательно погреться. Возможно, я смогу с той лампочки погреться. Блин, ну не застревай, ну. Нет, с лампочки погреться я, к сожалению, не могу. Патронов в последнее время дают так до хрена, что я уже безбоязненно трачу их даже на разбивание стекла. Ой, то есть сосулек. Нажимаем и смотрим, что у нас получается. Давайте сюда медом походим. В закрытых помещениях он, в принципе, довольно неплохо себя показывает. Так, ну и что я нажал-то? А, ну все понятно. Маленько отогреем, хоть чуть-чуть. Не сильно, конечно, помогло, но да ладно. Что у нас здесь? Сможем ли мы перепрыгнуть? Перепрыгнуть мы не можем. Зато наверняка сможем открыть эту дверь. Здесь толчок, да? Да-да-да. Ничего хорошего в нем, похоже, нет. Так, ладно. Хорошие каюты, надо сказать. Просторные. Неплохо жилось местным морякам. Так, и вот мы выбрались с другой стороны этого завала. И начинаем подмерзать опять. Это плохо. Надо бы погреться. Ой, блин, это вообще дубак. Сохранимся и побежали, что нам остается. Ой, куда я упал? Ой, тихо. Давай быстрее теперь сюда. Блин, холодно. Позволяем ему проникнуть в нас, дышим его ядом, твердеем все более. Да елки-палки. Ой, что делать? Я сейчас замерзну к хренам. Блин, дубак просто зверский какой-то, я сейчас кони двину. Давай быстрей. А чё погреться? Мне нужно тепло. Срочно. Срочно нужно тепло. Конец уровня. Ну ладно, неплохо. Неплохо справились с задачей.
Хотя, конечно, с третьего раза у нас получилось воспоминание того парня пройти, которого чуть не зашибло ледником и чуть не затопило. И двигаемся дальше. Наверняка уже подходим к концу. Просто наверняка. Очень уж много времени прошло. И очень уж произошло много всяких событий. Давай, 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 быстрее. Долго грузится, обалдеть просто. Так, еще ППШ. С теплом проблемы. Надо тепло. Так, рычажок тут есть. Есть, но не нажимается. Во, вот можно отогреться. Отлично. Вполне неплохо согрело, надо сказать. Блять. Ну ладно. Сегодня я довольно-таки меткий, так что без происшествий прошло. Сегодня у меня с меткостью полный порядок. Так, что мне? ППШ взять? Или водомет? Да, с ППШ лучше. Ой-ой-ой-ой. Блин, патроны жалко. Все, прилег. Хорошо. Перезарядим. О, медведь. Это чучело похоже. Я надеюсь, он на меня бросаться не будет, как во втором Condemned. Есть момент, где за тобой гоняется чучело медведя. Просто в клочья тебя рвет. А, надеюсь, ты не такой. Так, что такое? Пленка. Что за пленка? Давай, запускай уже. А, я кинооператор. Вернее, киномеханик. Ладно. Хорошо, так что-то нажать надо. Нет. Так, сохранимся. Двигаемся дальше. Можно еще погреться. Хорошо. Только особо не греет. А нет, греет маленько. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Хорошо. Еще патроны. Ух ты, как он, блин, замок-то поменял. Вынес замок, так сказать. Ты создать. Ну ладно, раз так настойчиво дает мне ППШ, то будем ходить с ППШ. Что у нас, снег там идет, что? Опа-на, кинотеатр. Круто. Так, патроны. Да убили. Ничего. О! Охренеть! Он меня попал. Обалдеть, вот это вообще, блин, да харе, слышь. Обалдеть, вот это вынос мозга. Давай, 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 давай. Да что ж ты не падаешь, ты, ёлки-палки. А,
Блин, вынес мне. Блин, я просто не ожидал такого. Охренеть, это же вообще это додуматься надо. Сейчас мы возьмем ППШ и просто их запилим к ядрени фени, раз они такие наглые. Да, блин, с фантазией у разработчиков полный порядок. Охренеть. Я давно сохранялся, не? По-моему, давненько. Или нет? Сейчас узнаем. Давай грузись быстрее. Блин, что ты грузишься так долго, ёлки-палки. Я никакими процессами ничего не занят. А нет, мы прям тут сохранились. Так, давайте-ка мы сначала восполним тепло. Оно у нас так уже на максимуме. Так, сохранимся. Нажимаем. Ждем представления. Один готов. Второй готов. Третий готов. Да блин, давай быстрее. А, блин. Охрененно сделано. Так, греемся быстрее, там пулеметчик идет. Но это уже полный вынос мозга. Обалдеть. Так, тихо. Без нервов. Не пылим. Спокойно. Успокойся. Ага. Нормально. Не, ну это реально круто было. Обалдеть. Ладно, подберем патроны. Если можно. Только что-то он лажает. Так, секундочку. И продолжаем. Так, что у нас? Что у нас? Что у нас здесь? Какая-то раздевалка опять. Тут что такое? А, нет, это просто телефонный труп. Мне показалось, это чья-то рука торчит. Вот это вот. Так, ты восполняешь тепло? Недостаточно хорошо. Ладно, большая дверь. Опять значок радиации. Вот этого только не хватало. Погоди. Это же тот же самый реактор. Блин, я хожу кругами. Мы вон там внизу совсем недавно проходили. Ой-ой. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну сделай же что-нибудь! Успокойтесь, некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного, скоро начнется. Сколько времени еще? Не знаю, это неподконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится! Готовить вертолет! Без визы капитана? Я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдем на это вместе. Через 10 минут ждите на верхней площадке. Охренеть. Ой, что такое творится? И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Да. Мистика какая-то. Ну, в данном случае говорили про сердце Данка. Так, это я отсюда пришел, по-моему. В данном контексте имели в виду сердце капитана. Видимо, поняв, что часть его команды погибнет, а вторая часть просто сучится и улетит на вертолете. Он действительно впал в отчаяние. Мы же сами, в принципе, взлетали на этом вертолете в одном из воспоминаний.
играли как раз за этих людей, которые старались убежать с этого корабля на вертолете. Блин, знакомое место. Мы тут понизу ходили. Охренеть! Ёлки-палки, это что было? Так. Это тепло. Блин, как она меня восполнила. У меня такое ощущение, что... Блин, я не знаю, что произошло, честно говоря. Но тепло дает отпор холоду. Всех этих отморозков иначе не назовешь. Ой-ой. Да охренеть. Я надеюсь, это тепло на моей стороне. Но, судя по всему, да. Потому что оно, во-первых, помогает мне отогреться, а во-вторых, убивает моих врагов. И знаете, что я думаю? Это, собственно, сам корабль помогает нам решить все его проблемы. Это отлично. Приятно чувствовать себя не таким одиноким на этом корабле. Так, что-то куда-то мы бежим. Я вообще ничего не вижу, честно говоря. Но, по крайней мере, у меня полно. Ага! Да-да-да, это я там снизу отстреливал. Да, именно так все и было. Команда пыталась остановить руководство, которое бежало. И только один капитан не покидал свой корабль. Подождите! Я здесь еще! Как же я? Куда же вы? Я же еще. Я сейчас. Я быстро. Да. Уже не смотрели, кто там свой, кто чужой. Просто бросили людей на произвол судьбы. Ну ладно, корабль меня приглашает. Я здесь не на верную смерть, он меня приглашает. Сейчас вылезут два пулеметчика и все. Пиши пропало. У меня появился союзник на корабле. Собственно, корабль мой союзник. Это хорошо. Что за звуки? Эта дверь не открывается. Так. Спасибо, корабль. Ты очень любезен. Вот мы отогрелись. И теперь, видимо, какая-то из этих дверей откроется. Ой. Водомет надо. Водомет. О. Блин, не в ту сторону. Как я с этим колесиком, блин, вечно не привыкну в нужную сторону. Давайте, всех залью. Все. Да. Блин. Кто в детстве не хотел быть пожарным, да? Все, запилили. Ну, в принципе, я думаю, хватит баловаться. Надо взять пушку посерьезней. А, в принципе, СВТ пока хватит. Хватит мне настойчиво так сувать свое ППШ. Ой, блин. Так, я чувствую, надо сохраниться.
Так, что-то большое открытое пространство. Да, я, похоже, правильно чувствую. Да, это капитанский кабинет. А где Иосиф Виссарионович? Или хотя бы Брежнев? 80-е годы же. Так, ну чё, капитан? Однажды мы так же бесконечно долго стояли, и громкий шум разбудил меня. Встревоженный я быстро встал и вышел на поле. Когда глаза привыкли и небо отделилось от мраморного льда, я начал различать запутанные красные нити, которые тянулись от самого горизонта. Ну ладно, патрончики подобрали, пока он базарит. Ведь мы дальше идти. Выходим отсюда. Блять, вот. Блять, хер. А, давай, давай, помогай ему. Э, ты чё заварил-то? Я, похоже, правильно делаю, да? О, блин, ты меня рвешь. Хрен бы там. Ну давай, ёлки-палки. Сейчас отогреемся. Хрен там ничего. В принципе, с подогревом постоянным довольно-таки. О, скотина, отойди. Блин, перезаряжает полчаса. Вот в этом проблема данной игры, то что перезарядка просто ужасно долго сделана. Все, что ли? Первого раза охренеть. Обалденно. Спасибо тебе, корабль. Реально помогло. Блин, мне бы сейчас жопа была просто. Без помощи корабля. Ладно. Мне сегодня прет. Это хорошо. Довольно много еще патронов осталось. Это круто. Так, ну и ладно, на этом я, пожалуй, завершу эту часть. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.